Так, там просто поворот же какой-то, да? Надо же остановиться. Да? Наверное. Как? Правый поворотничек. Как это, наверное? Знак уступи дорогу слева. Чисто. Поехали налево. Ой, направо, направо, направо. Давай. Твою мать! Обратно. Приотпускай сцепление. Держи, держи. Еще приотпусти. Вот. Страшно же, пиздец. Мамочки. Мы очень быстро едем, мне кажется, нет? Да не, мы нормально едем. Мне кажется, очень быстро. Да не, мне нормально. Страшно становится. Мне тоже, поверь. Ты по городу, ура! Блин, машина! Давай, езжай. Приотпусти сцепление. Сцепление отпускать? Отпускай, да, уже полностью отпускаешь сцепление. Все. Нога на сцеплении, все нормально. Дышим часто, спокойно. Все же хорошо. Тут дети. Да ладно. Так, на тормоз надо нажимать, да? Срочно не надо. Тихо ты. С газа просто можешь немножко убрать. Я вообще почти не держу. Ну, газ хочешь немножко добавь? Не хочу. Добавь. У нас главная дорога, вон. Поедем в центр города. Да ну нахрен! На круговое. Нет, пожалуйста, я еще плохо кручу руль. На круговое поедем. Где навигатор? Нет, там вообще страшнее всего. Блин, сзади машина. Твою мать. Тихо. Тормозить надо, да? Тихо, нет, плавненько на тормоз. Сцепление нажимаю? Нет, пока нет. Тормоз, плавненько, сцепление выжимаешь. Сцепление выжимаю до упора. Первую передачу. Сейчас зеленый загорится, и мы поедем. Отпускать с тормоза ногу? Нет, пока нет. Почему? Значит, ты сейчас покатишься и купишь Мазду 6. Назад покачусь? Да. Почему назад? Ну, потому что у нас горочка немножко. Что делать? Поехали, приотпускай сцепление, газку. Давай, как ты любишь, давай. Еще приотпускай сцепление, еще. Держи сцепление, во. Просто заебись. Сцепление отпускай. Вторую? На сцепление нажимай вторую? Да. Блядь. Вторую, газ убирай, сцепление выжимай. Газ убирай, сцепление выжимай, вторую. Я выжила уже, вон вторая. А, да, ну заебись, мы со второй тронулись. Отпускай сцепление. Так нет, я уже поменял. Да? Ну ты молодец. Так въезжать так не надо. Блять, еще BMW какая-то сзади. Нахрен они такие тачки покупают? Тут еще бандовошки ходят. Так что аккуратнее. Блин. А как перед лежачими-то что делать? Можно просто с газу убрать немножко ножку. Если чувствуешь, басшаешь скорость, притормаживаешь педальки тормоза. Сцепление я не трогаю сейчас. Пока не трогаешь сцепление, все хорошо. Я еду по городу, пипец! Какая ты молодец. Сама в шоке. Мандавошка. Иди прямо до круговой. Там бэка сзади. Смотри. Красавица, да? Уже скоро твоя будет. Сцепление убираю? Но... Да, держи. Надо водички купить. У меня чаю есть. Сейчас остановимся. Ты куришь? Нет. Ну, скоро закуришь. Очень быстро едем, по-моему, нет? Не, заебись. Зеленый горит?
Да, зеленый. У нас зеленый, смотри. Я успею еще? Да. А уже нет, нет! Давай газ, газ. О, заебись, о! Успел, видишь? Так же нельзя. Можно, почему бы нет? Ну, мы сейчас на круговой поедем. Не надо. Ну, уже все, поздно. Уже все. Смотри, какой вот крузак. А меня же видно, да, со стороны. Что делать? Никого нет, да? Там стоит, встать. Мы прямо поедем? Да, с газа можешь убрать немножко ножку. Сейчас у нас зелененький у нас горится. Катимся. Дед. Притормаживай. Сцепление выжимаешь. Сцепление выжимай полностью. Первую передачу. Поехали. Поехали. Опять пускай сцепление. Во, молодец. Давай. Держи сцепление, газку добавляй. А ты боялась. Ты так просто не открывай. Вторую. Я не могу, вторую. Как вторую ехать надо и вторую переключать, это же невозможно, блин. Давай. Приотпускай сцепление. Сцепление выжми. Правильно? Да. Плавненько, аккуратненько, я тебе помогу, давай. Право, покручивай руль. Право, это сюда. Да. Блин. Много крутить-то? Да хуя. А? Да хуй. Серьезно? Серьезно. На! Я сейчас пресс тебя накачаю, блядь. Все, может? На! Вот все. Это до упора называется? Вот это да. Как так ездить-то, блин? Ноги в ахуе, руки в ахуе. Все в ахуе. Что дальше-то делать? Блин, у меня руки уже не выдерживают. А с тормоза убирать? На газ давить? Нет! Нет? На газ нет. Сцепление приотпускай. Давай еще. Блять, я еду! Охуеть можно-то! Стоп! Нет, едем! Еще! А теперь что делать? Первую передачу! Давай водичку сюда положим. А чего такое? Сцепление выжми. Не так-то, а? Давай, во. Поехали. А руль теперь ровно, что ли? Нет, влево крути. Сюда? Да. Точно так же? Точно так же. Прям до упора. А как же ты на площадке ты будешь крутить? Бабку аккуратно не задавил. Охереть. Давай, приотпускайся. Все. Молодец, ты справилась. Поехали. Во, молодец. Справа с газком. И направо крути. Направо крути. Быстрее. Давай, крути. Во. Правильно, молодец. Давай, крути. Куда? Направо. Блять, ёб твою. Давай газку. На круговой, я думаю, все же потом. Не надо. Надо вторую передачу включить. Да. Сцепление. Газ убираешь, сцепление выжимаешь. Молодец. Сцепление убирай. Во, молодец. А как же я буду реально крутить-то руль? А вот это я хуй знает. Придется тебе в качалку идти.
Ну, правда, вот, ко мне будешь приходить, будешь качаться. Это же жесть. Можешь протеин еще пить. И жреть. Обойдусь, спасибо. Блин. Тяжело. Да. Надо тормозить, да? Нет, пока нет. Ну, езжай, езжай потихонечку. Сзади меня еще какая-то херня. Огромная.